Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии. По предварительным данным, после подсчета более половины бюллетеней, главная оппозиционная партия в стране получает почти 19% голосов. А значит, новым премьер-министром может стать ее лидер Антти Рине, бывший министр финансов. Правоцентристов из национальной коалиционной партии поддерживают примерно 17% избирателей. Претендентов на третье место двое. Это центр нынешнего главы правительства Юхи Сипеля и националистическая партия «Истинные финны». У них по 16% голосов. Рейтинг первых значительно упал вследствие непопулярной социальной политики властей, в частности из-за планов снизить госрасходы на здравоохранение. Вторые привлекли избирателей прежде всего своей антимигрантской риторикой. Ни одной из партий пока не удается получить абсолютного большинства голосов, а значит, предстоят непростые коалиционные переговоры. По их итогам будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. Окончательные результаты голосования объявят 17 апреля.